Мы провели очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Достаточно широкая повестка у нас в этот раз была. Это и включение отопления в многоквартирных домах, подключение социальных объектов. Послушали ресурсоснабжающие организации касаемо включения отопления в домах. Теплосеть, водоканал, Мособлэнерго, Россети отчитались в комиссию о полной готовности ресурсоснабжающих организаций к проведению осенне-зимнего периода на 100%. У нас ТСЖ «Домосед» не подготовил надлежащим образом два многоквартирных дома к началу подачи теплоносителя. В настоящий момент закуплено оборудование для того, чтобы жителям указанного ТСЖ подать теплоноситель в дом. До конца недели Красногорская теплосеть также контролирует ситуацию, докладывает нам в ежедневном режиме. Подача тепла должна быть начата. Дальше мы рассмотрели вопрос по итогам прохождения пляжного сезона, обсудили вопрос пожарной безопасности в образовательных учреждениях. И завершающим вопросом было это подготовка гидротехнических сооружений к прохождению осенне-весеннего половодья. С коллегами обсудили, в каком сейчас состоянии находятся наши гидротехнические сооружения, и наметили план работ на предстоящий 2025 год.